допустим, не чую колбасу, лает, психует, надо вот ему срочно. А колбаса у нас с таблетками. Сейчас, подожди. Ой, ушла. На. Господи. Вот так вот видите, что он не видит, он не понимает. И хватает все подряд. Естественно, у меня уже руки попадали к нему в пасть. Сейчас насыплю ему сухой корм, чтобы он уже поел и успокоился. Понятно, что ему хочется колбасы. Но... Пойдем. Ой, сейчас, подожди, зацепилась. Господи. Давай, иди. Ну, хочется колбасы. Ой, всем хочется, мне тоже. Вот с его печенкой. Сейчас просто ему даю таблетки. Это простатит, снять воспалительный процесс. Давай, ешь. Вот с утра он лает, он тут меня слышит. Я ходила, убиралась. Вообще, если бы я вам показала комнату с утра, что здесь творится, это, ну, это ужас. Это когда лужи, когда куча, когда вот этих надо отжать. Пальма, это вообще... Это столько выходит на нее и пеленок, и постельного белья. То есть она все стаскивает с подстилок, разрывает это, хотя у нее игрушки там и косточки. Но ей энергию свою куда-то надо девать. Она тут грызет вот это уже вот дерево, это все вот она погрызла. Нам очень нужны пеленки 60 на 90. Пеленки вот такого вот плана. Они плотные, они не сползают. Хорошо впитывают. Постельного белья у нас вообще нет. Просто нету. Я сегодня скребла по сусекам, можно сказать, вот застилала им лежаки ихние. Под эти, как его, маты, поролон. У этого... Крюнзели здесь тоже уборка. Но я к нему стараюсь там раз в два дня убирать у него, потому что он нервничает, начинает тут летать. Сюда тоже, опять же, ну, тряпки, либо вот пеленки я стелю, потому что не на голые же клетки его держать. Ну, что сказать? Я не знаю. Очень тяжело, конечно, даже не представляете, что у меня сейчас там творится на кухне. Мне вообще туда страшно заходить и начинать там уборку. Еще раз говорю, вчера я провозилась с машиной, и все. Я теперь не знаю, как мне догнать вообще день и все успеть.